поселке Первомайском Алатырского района продолжается оформление мемориала погибших в исправительно-трудовой колонии жертв политических репрессий. В советские годы лагерь был одним из самых засекреченных. Здесь содержали священнослужителей, монашествующих церковных старост. Депутат Госдумы России Николай Малов привез саженцы для посадки в церковном дворе. В 1930-1950-х годах Первомайская колония была самым страшным местом на территории Чувашии. Сюда свозили всех религиозных деятелей, кто хоть чем-то был неугоден советской власти. Их содержали в ужасных условиях. От непосильного труда и голода здесь погибли тысячи узников. Их многочисленные захоронения до сих пор остаются безымянными. Даже точное число замученных невозможно установить. И сегодня мы вот пытаемся вместе всем миром не то, что восстановить эту картину, а, наверное, вот просто, может быть, даже проститься по-человечески с теми, кто ушел. Считаю, что это благое дело, и каждый сегодня может нести посильный свой вклад, даже хотя бы просто остановившись, задумавшись о том, что произошло в нашей истории. В память о жертвах репрессий в Первомайском возведен храм царственных страстотерпцев. Николай Малов привез саженцы плакучей ивы, чтобы украсить церковный двор. Он отметил, что впереди еще очень много работы, но она непременно будет доведена до конца. И на карте паломнического маршрута появится мемориал памяти пострадавших за веру.